till I can't no more. I got the horses in the back. Всем привет, приветствую всех на моем канале Paritor RC. И сегодня хотел немного показать бездорожье оффроуда на Kyosha. Продолжаем тест, посмотрим, могут ли ее что-то раллийные колеса сделать на таком небольшом бездорожье. А может быть и нет. Стучим, брякаем. Дорожный просвет, ребят, вообще. Короче, ребят, смотрите просто, как настоящий Subaru, да? Вот эти ямки, вот оно, это бездорожье, и вот он автомобиль. Но вы сами все видите. То есть я хочу ответить, что вот эти все шоссейки, которые написаны, что якобы можно ездить на бездорожье. Но вы посмотрите, ну как это можно? Вот, посмотрите ее передний бампер, ее передний свес. Но для того, чтобы тачка смотрелась копийно, она должна выглядеть именно так. Поэтому, как по мне, ну... Ну да, тачка с полным приводом. Но, ребята, это все не то, все не то. Как? Ну вот он, небольшой песочек. Может быть, и да, все остальное, ребят, это просто... Да, небольшой песок, вот это да. Небольшой, легкое, очень ралли. А все остальное, корка под замену, тачка под замену. Ах, как едет, а. Очень мягко, классно вообще. Тачка просто обалденно. Ребят, данным видео хотел просто сказать вам о том, что все-таки вот эти тачки в масштабе 1:10, которые позиционировались как ралли, либо еще как-то тачки для бездорожья, ребят, ну точно нет, однозначно нет. Это все-таки модели для асфальта. Вот на асфальте они просто прекрасные. Поэтому обязательно те, кто поддерживает мое же мнение, прокомментируйте вниз или оставьте свое мнение, может быть, у вас оно есть. Это будет круто, если у каждого есть свое мнение. Спасибо, ребята, за просмотр. Спасибо все, кто подписывается на мой канал, ставит лайки, комментирует. Обязательно подпишись, поставь лайк. Спасибо за внимание и пока.